Еще каких-то 100 лет назад в высшем обществе был культ белоснежной кожи. Мужчины и дамы использовали все подручные средства, лишь бы уберечься от загара. Но в 20-х годах прошлого века ситуация резко изменилась. Коко Шанель ввела моду на загар и стала популярно отдыхать на морском побережье. Несмотря на то, что солнечные лучи способствуют улучшению кровообращения и повышению иммунитета, влияние ультрафиолета на кожу двоякое. Поэтому, отправляясь за загаром, используйте защитные средства, советуют специалисты. Это будет эффективной профилактикой фотостарения кожи, образование пигментных пятен и развитие различных злокачественных образований. При выборе средства обратите особое внимание на срок годности. Просроченные крема в лучшем случае будут неэффективными, в худшем нанесут вред коже и вызовут аллергию. Солнцезащитные средства служат для кожи защитным экраном, отражающим ультрафиолетовые лучи. Поэтому при их выборе также необходимо обращать внимание на аббревиатуру SPF и рядом стоящую цифру. Она обозначает, во сколько раз можно увеличить безопасное время нахождения на солнце без риска получить солнечный ожог. Значение величин SPF-фактора может быть в пределах от 2 до 50 единиц. Чем более светлая кожа, тем более высокая цифра SPF-фактора будет стоять при выборе солнцезащитного средства. И если значение SPF-фактора нужно выбирать в соответствии с индивидуальными особенностями кожи, то вот какой тип средства использовать зависит только от вашего желания. Специалисты утверждают, что между кремами и спреями особой разницы нет. Форма крема подходит для кожи сухой и чувствительной. Форма спрея удобно наносить на тело. Также в последнее время популярны солнцезащитные средства, выпускаемые в форме стиков. Они компактны и универсальны в использовании. Главное помнить, ни одно средство не обеспечивает 100% защиту от солнца. В период солнечной активности не забывайте надевать головные уборы и легкую хлопковую одежду. Мария Руинч, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.